Доброго времени суток, меня зовут Джослим, и сегодня мы будем смотреть финал капитан турнира, прошедшего 12 марта. Итак, составы и ник игроков вы уже видели, так что давайте сразу перейдем к самому интересному, это к игре. Собственно говоря, Sentinel заняли позицию на верхней руне и ее подарили Пугне. Скуржи тем временем оккупировали нижнюю руну в составе Лины, Бэтрайдера и Кунки. Лина, естественно, подобрала себе руну Gold, потому что она мидзер, а Кунка и Skylight Mag пошли искать приключения на своей заднице. И, собственно говоря, нашли Венгу, но сделать с ней ничего не получается, просто потому что нету стана. Ну и на второй заход возвращается Skylight Mag и Кунка, там уже стоит вард от Венги, и Венга стоит на прикрытии. Да, понятно, что они хотят гангнуть мид, и... Тут уже все предупреждены, все знают, стоит вард от Пугны, к тому же она харасит, и, собственно говоря, им приходится отойти. 2-1-2 выбрали схему Sentinel'а, поэтому на топе одинокая Морта с Курджей очень плохо себя чувствует против Копы и Андаинга, ей постоянно приходится откидываться кинжалом, и это единственный способ фармить. Чего не скажешь о Траксе, который себя спокойно чувствует внизу против Бэтрайдера, к тому же вернувшиеся Венга... Будет ей сейчас помогать фармить. В принципе, они могли бы сразу забрать Бэтрайдера, но Венга что-то струханула, и им пришлось выйти на второй заход. Бэтрайдер почувствовал себя слишком легко, слишком непринужденно, и его, естественно, просто запинали. Вот такой вот First Blood от Сентинелов, а именно от Траксы. Возвращение Бэтрайдера не заставило себя долго ждать, его сразу начинает харасить, он откидывается скиллом, благодаря которому и уходит. Он учел свои ошибки, но путешествие на базу ожидает быть долгим. Один Бэтрайдер уже решил не возвращаться, а вернулся с командой, которая бегала по лесу. Это Кунка и Skylight Mag. Кунка произвел смог, и далее мы видим ганг на Траксу. Кидает Кунка торрент, Тракса прям краешком задела, и ее закидывают. Она откидывается салом, и тут же ТП аут, но этого не поможет. Винга правильно сделала, просто убежала, потому что смысла против троих драться нет. Не успел далеко отойти Кунка, как на Бэтрайдера делают новый заход, уже Венга с Андаингом, Андаинг ставит тамбу, тут же хилит, или вернее даже не хилит, а снимает хп Бэтрайдеру, Бэтрайдер откидывается, но Андаинг непоколебимый, он идет до конца и забирает он Бэтрайдера. Поняв, что нету смысла фармить на лайне, Бэтрайдер пытается какие-то деньги и какой-то опыт получить за счет лесных крипов. И молодец, красавчик, что ж там еще делать. И вновь Кунка выходит из леса. Второй левел он уже получил. И вновь они идут гангать Траксу. Бэтрайдер немножко байтит Траксу на себя, чтобы она чувствовала, что ничего страшного не происходит. Кунка подготовился и кинул вновь хорошенький торрент, и в этот раз он сразу решил кинуть крест, не поняла этого Тракса, откинулся саун, делает ТП-аут, но ТП-аут не проходит, конечно же, тут же и Skylight Mag подлетел, и, собственно говоря, убийство. Убийство Тракса. Единственный, кто себя из Курджей хорошо чувствовал на лайне, это Лина, она неплохо фармила, да и плюс Пугна не особо хорошо владела этим героем, похоже, потому что после раздачи скиллов Лины она ставит вард. Это очень странно. Квапа, добравшись до 6 левела и на 8 минуте, подобрав руну регенерации, пошла вместе с саппортами ставить вард в лес чужой, и там они находят Лину. Юзается регенка, прыжок, скилл, ульт. Нет, ульт жалеет. И ульт не пожалела Лины и убила. Убила Квапу. Андаинг после убийства сразу ставит вард, и дальше они отправляются в путешествие по лесу вместе с Венгой, тут же натыкаются на Skylight Mag, Skylight Mag их не видит, потому что, видимо, наблюдает за убийством Пугны на миде, они его прессуют, станут Венги, и, собственно говоря, легкое убийство, Бэтрайдер и Кунка ушли. Тем временем Лина пытается пофармить на боте, на нее выходит Пугна и Тракса, они пытаются ее присунуть, ставится вард, палит это Лина, кидается астрал, Тракса пытается догнать, нифига у нее не получается, промахивается облаком Пугна, Лина заворачивает в лес, Тракса пытается оббежать кругом, разворот, сало, сосанье.
Тут же подлетает Бэтрайдер и начинается атака в другую сторону. Тракса почему-то развернулась, и это, мне кажется, полная ошибка. Лина убивает Траксу, Бард не доставал ее, и поэтому не больно ей совсем. Кидается сразу стан, Пугна будет мертва, это 100%. Прилетает Квапа, делает ульт, прыжок, скилл, даблкил. Крест вешается от Кунки, Квапа пытается догнать, тут же торрент. Кунку уходит, покупает, видимо, ТП. Тут же прилетает Skyred Mag, пытается отвлечь от Кунки. Кунка ТП, но там предательский крип палит. И Квапа делает трипл килл. Почувствовав свою силу, Квапа нападает на Морту. Блинк, скилл, отравление, но Морта уходит на ближайшего крипа. Наконец-то Тракса добралась до вышки, и буквально с одной пачкой крипов она пытается ее спушить. Прилетает Skyward Mag, вовремя юзает за глиф, замедление от Skyward Mag, тут же кидается сало на Траксу, кидается тучка, Морта бежит, замедление кидает тоже, и наконец-таки Морта добежала и сделала последний удар. Андайвинг не успел помочь ничем. И Skyward Mag добивает вышку многострадальную. Как вы могли заметить, уже пик Сентиналов был основан на пуше, и поэтому к 15 минуте ребята уже сносили четвертую вышку, а то бишь вторую на миде. Под Варном харасила ее большей частью Пугна. Кунка даже не рисковала залезть, у Пугны уже почти мяка была собрана, и она пытается сбить ее. Ставится тамба, влетает Бэтрайдер. Бэтрайдер утягивает Пугну. Крик от Квапы. Залетает корабль. Квапа успевает уйти. Андайинг умирает. Тракса одна под тамбом пытается нахарасить всех. Умирает Skyward Mag. Промахивается Лина станом. Подкидывает ветрами и добивает ультом. И сама умирает. Тракса, Лина, Андайинг, Skyward Mag отлетели. Все остальные нахарашены. И вышка тоже падает. От телеги. Также беспрепятственно падает пятая вышка, и ребята двигаются в сторону Рошана. И это понимают Скурджи, и поэтому их тоже стоит скоро здесь ждать. Но вот наши ребятки появляются из леса, но там уже стоит Вард, стоит Тамбань. Кидается торрент, палится Андайинга, вся эта движуха, кидается немножко запоздалый корабль, Лина убивает Андайинга, и Квапа убивает Лину криком. Морта накинулась на самого слабого, на Пугну, Пугна успевает прорезать стики, кидает облако и убивает Морту. Тем временем Квапа прыгает к Кунке, Кунка вешает на себя крест, зачем она вешает на себя крест, и Кунка тоже умирает. Тем временем Пугна, ушедший от Морта, встречается с Бэтрайдером. Бэтрайдер ее харасит, и Пугна успевает вешать на себя астрал, кидает облако. Бэтрайдер не умирает, но откидывается скиллом и убивает Пугну. И вот наши два одиночества, Квапа и Бэтрайдер, рядом с Рошаном. Рошана не хотят оставаться в таком здравии живым, и поэтому Квапа возвращается, как и Андайинг, и Тракса к ним присоединяется, чтобы добить. Вокруг кружит эта птица с огнем, ставится тамба, не видят они, где Бэтрайдер, и Квапа возвращается в кучку, подлетает, там Skyward Mag, кидает замедление, кидает ульт, и вновь умирает от Рошана Тракса. Бэтрайдер подталкивает к смерти Андайинга, его тут просто кучкой запинали, и килл достается Лине. Решили немного попозже Скурджи, врывается Бэтрайдер, хватает Пугну, тащит за собой, врывается Морта и убивает Пугну, успела прорезать меху, влетает корабль в никого, Морта понимает, что жить ей осталось недолго и упрыгивает через крипа, вот Бэтрайдер этого не понял и влетел вслед за Мортой, которая ушла. И который сейчас впоследствии полученного урона от корабля и метки, которые висит на ней, умирает. Тем временем гонится Квапа за Кункой. Кунка ставит торрент, и торрентом этим промахивается. Good Like добивается September. И гонится дальше за Линой. Но Лина тут уходит и слишком далеко. Он трипл кил, конечно, хотелось. Он видел, где Лина, но блин, на КД. Я не вижу смысла скрывать, кто победит. И так понятно, что ближайшие 5 минут синты спушат Скуржей полностью. Давайте перейдем просто к аналитике.
Я не буду обсуждать, у кого плохой пик или у кого хороший. Давайте отталкиваться от того, что у нас есть. А есть у нас не совсем понятная расстановка от Скорджей. Видно же, что пик противника основан на фаст-пуше. А это автоматом означает для Скорджей, что каждый крип, дающий опыт золота, должен быть увиден и убит. Но мы имеем почему-то двух саппортов без акцентированного стана, занимающимися гангами. От этого идет и недостаток голды у Морты, и недостаток опыта у них. Шутка ли сказать, что на четвертой минуте они получили по второму левелу, а Морт имел к этому времени 8 крипов, и это их главное кэрри. Можно сказать, что противник у них были именитые, но ведь они тоже ошибались, что Тракса, что Пугна. Да и не сказал бы, что Скорджей смешали с говном. Просто непонятно, зачем так расставлять роли. На этом все, я с вами прощаюсь, до следующей недели. Ставьте палец вверх и смотрите до конца, я выберу, по своему мнению, лучшего игрока финала. Ну и худшего, конечно, тоже.